Всем привет, друзья! С вами Фастик. Приветствую вас на втором открытии кейсов. Предыдущее, первое открытие было. Это, получается, я открывал грёзы и кошмары кейс. Наверное, я продам вот эту чудовищную смесь «Звёздный защитник». Наверное, придется мне их продать для... Ну, и, наверное, вот этого. Для того, чтобы открыть следующий кейс. И я планирую открыть потом, ну, в следующем видео разлом. И хочу открыть капсулы кое-какие. Ну, а сегодня у нас 5 вот таких вот кейсов. 2 самых дешевых кейса. Те, что с ножами. И вот 3 самых последних кейса, где есть... Эмочка, тему Кау, ее так перевели. Есть калаш хедшот, такой голографический, мощный, заряженный. И АВП дуалити. Ну да, двойственность. Хотя раньше был дуделорчик, я помню. Сейчас эти кейсы по 200 рублей стоят. Поэтому вот так вот. Можно их теперь пооткрывать. Кстати, здесь еще новая эмочка. Такой вот. Эмфозавр С. Ну вот. Ну что же. Один этот откроем, потом запретку. Ну! Чего? Чего? Вы чё? Чего? Если я проматерюсь, то это видео забанят. Какой забанят? Я же не на Твиче, сука. Из... 0.58. О, это что такое? Закалёнка в боях. Ну что ты такое? Блин. Как же это... Не очень. Я просто... Я рад, что я могу сейчас хейтить КС-ку за то, что у нее парашный дроп и все такое. Ну, конечно, парашный дроп, это же закаленка мне упала. Ладно. Открываем запретную зону. Синька меня встречает после полевых испытаний. Ну что, следующий революшн кейс. Я просто не знаю, что тут говорить. Это дец. Это бздец полный. О, елочка еще нам идет. Прямо с завода, ну-ка. С двумя нулями после точки. Не, ну это не топ-1. Если бы это топ-1 был, я бы... Не знаю, что бы я делал. Да дигла не докатилась, немного поношен, не, или после полевых джойты, после полевых, прямо с завода, закаленный. Я расстроен. Очень расстроен. Последний кейс. Это было так близко. Вы видели это? Это Эмка. Тему Кау. Это тильт. Калаш такой много не стоит. Сколько это? Ну, калашом я бил все открытие. Да. Ну, если бы Эмка выпала, я бы еще и в плюс ушел. Что
что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Капец. Я даже не знаю, что говорить. Фигня, 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 говно. Говно обосранное. У меня уже есть калаш. Мне ледяной уголь нравится. Ну зато теперь буду с этим гонять. Может я его продам. Может я его продам и открою еще кейсиков. Вон. Я его продам вместе вот с этим вот. Вот с этим вот. Я продам их, вот эти три скина. Ну и вот эти вот я продам к чертям. Наверное. И открою 10 разломов. Потому что они мне нравятся. Понятно вам? Они мне нравятся. И капсулу. Одну. Одну капсулу. Потому что я затеял одну капсулу хорошенькую открыть. Если с нее что-то дропнется, то это просто открыть. Ну, окупает меня полностью. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. И всем пока.